Поводом к телефонному разговору между Ниной Штанской и Виктором Осиповым стали сообщения в молдавской прессе относительно якобы озвученной готовности сторон провести встречу в формате 5+2. Молдавский представитель подтвердил сегодня Нине Штанской, договоренности такой не было. Молдавские СМИ истолковали его слова неправильно. Я внимательно посмотрела видеозаписи его подхода к прессе. И, к сожалению, по моим наблюдениям, он стал заложником безответственных, некорректных и довольно смелых интерпретаций. У меня состоялся телефонный разговор с Виктором Осиповым, мы прояснили позиции. И в этой связи должна сказать вам, что никаких решений относительно проведения очередного официального раунда в формате 5+2 вчера в Кишиневе принято не было. Что касается формата 5+2, то нельзя возобновить то, что не было приостановлено, подчеркнула Нина Штанская. Для справки, формат возобновил свою работу после 5-летнего перерыва еще в 2011 году. И то, что сегодня между сторонами возникла временная пауза, это вполне закономерно, учитывая усиление Молдовы, экономической блокады и возбуждение уголовных дел против ряда приднестровских должностных лиц, говорят в МИДе. Для нас, для приднестровской стороны, этот формат очень важен. Этот формат проверен временем. И в этом формате в прошлом году возникли некоторые вполне объективные паузы. Они объяснены целым рядом односторонних и радикальных действий со стороны наших молдавских партнеров. Это и усиление экономической блокады, это возбуждение политически мотивированных уголовных дел, буквально криминальные репрессии в отношении должностных лиц Приднестровья. Все это не дало нам возможность встречаться в формате официальных раундов. Однако переговоры не прекращались, они ведутся на системной основе. Надеюсь, сейчас получат более активные импульсы к тому, чтобы продолжать теперь работу по всем переговорным трекам. В МИДе разъяснили, что предложило партнерам Приднестровье. Также вчера обсудили инициативу приднестровской стороны. Наше предложение заключалось в том, чтобы все участники формата 5+2 провели специальную дискуссию, посвященную тому, чтобы выявить отношение всех участников переговоров к основополагающим документам переговорного процесса, для того, чтобы посвятить время ревизии существующих между нами и, к сожалению, неисполняемых договоренностей. Эту инициативу молдавская сторона поддержала, но необходимо еще провести консультации с другими участниками формата, отметила Нина Штанская. Александр Кожухарь, Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал.